Всем привет! Вы на канале Виви Рулит, и сегодня мы делаем домашний Макдональдс. Марк, ты сейчас идешь заниматься своими делами, а я тут пока делаю атмосферу Макдональдса, и я тебя позову. Только давай быстрее, потому что я очень-очень-очень голоден. И я аж со вчера не делал. Ну все, я тогда пошел там поиграю пока что, а ты готов. Ой, с чего бы начать? Значит так, мне нужны плакаты и одежда, и... Все, первый плакат надо сюда повесить. Приклеиваем последний. Макдрайв у нас на улице. Все, меню я развесила, теперь надо одеться. У меня есть фартук такой и вот такая кепочка. Ну что, меня теперь не отличить от настоящего сотрудника Макдональдса. Смотрите, как я подготовилась. У меня кока-кола, фантики для бургеров, упаковка для картошки фри, булочки, салфетки даже с Макдональдса, упаковка от пирожка, соусы, упаковка от чикен-наггетов, от бургеров, печенье даже, стаканчики, трубочки. Так, мне надо подготовить продукты, а то скоро придет первый посетитель. Мне надо нарезать огурцы, помидоры и все такое. А, холодная! Я, наверное, ее положу быстрее всех, чтобы она успела пожариться. И все. Высыпаем. Мне кажется, хватит. Похоже на замороженный банан. Невкусно. Не советую пробовать. Вкус картошки, но она очень твердая и как в муке. Ее надо просто отогреть ото льда. Упс, у меня нет заготовленных чикен-наггетсов. А если он чикен-наггетсы попросит? У меня что в меню есть? Они целых $5 стоят. Я сейчас возьму телефон и посмотрю, как их готовить, а то я вообще не знаю. Chicken nuggets рецепт. О, вот эти приготовим. У меня есть филе и панировочные сухари. Сейчас буду брать куриную эту штуку, обмакивать в яйцо, а потом в панировочные сухари. Пару раз надо обмакивать в то и в то. Смотрите, что у нас получилось. Вот такие наггетсы. И они отправляются в духовку. Вот у нас есть уже готовое мясо. И мы сейчас положим его в духовку тоже, чтобы потом можно было быстро бургеры сделать. Оливия, слюнки хоть не на котлету текут? Нет, заворачиваем. Раз. А ты бы хотела работать в Макдональдс по-настоящему? Да. Потому что вкусно есть. Сколько можно? Я уже реально полчаса сижу здесь, наверное, даже больше. Марк, Макдональдс открыт! Ура, наконец-то! Я уже очень проголодался, я пошел кушать. Я еще, честно, сам ничего не видел, поэтому сейчас самому будет интересно, что они здесь делают. Раз, два, три. Вау! Добро пожаловать в Макдональдс! Крутяк! Круто вообще сделали. О, тут есть предложение дня. $12? Не, многовато, мне кажется. Большая картошка фри, Биг Мак или что-нибудь такое. И какой-то кока-кола или вода. О, Макдрайв там. Но у меня машины нет, поэтому я никуда не поеду. Свободная касса, свободная касса. Так у вас она единственная касса. Так, Марк, не выделывайся. Что вы хотите сегодня заказать? Хочу большую картошку фри за $2, потом дабл рояль бургер, и хочу и гамбургер с беконом, я еще очень люблю чикен-наггетсы. И возьмите, и мы знали, что он их закажет. Ага. И на десерт я хочу шейки печенька. Напитки желаете? Кока-колу, конечно. Пройдите в зал ожидания. Такого нет у вас. Я вас позову, у меня есть микрофон. Так что идите в зал ожидания. И закрывайте двери. Так, мы обжарили булочки. Я помогла тоже, потому что Оливия еще не может пользоваться плитой. А теперь кейк. Да.
Оливия, ты как с автомата выдавливаешь. Какая разница? Главное, чтобы все было. Ты тут ничего не подъедаешь сама? Нет. Нет, потому что работники Макдональдс этого не делают. Ты что, палец облизала только что? Нет. Нет. Да вы ничего не видели. Так, огурчики. Давай 3-4 кусочка достаточно. Нет, Оливия, это много уже. Теперь немного. А то он нам спасибо за это не скажет. Оливия, хватит кушать. Хватит, я все вижу. За тобой следят. Так, да. Так, котлетосы положили, да. Сюда еще сыр. Так, бекончик. И сверху булочка. Давай. Так, вот что. Подожди, вот так один и вот так второй. И сверху все это булочкой. А помидор? Надо? Нет, по-моему, сюда не надо. Ладно, все. Та-дам. Получается, что здесь... Так, теперь надо все быстро делать, как в Макдональдсе. Раз. Два. Давай. Смотрите, видите, у нас поднос с Макдональдсом. Ложим картофель. По-моему, он сюда не уместится. Придави хорошенько, все вместится. Кока-колу. А чикен наггетс? 6 штучек. И кола. Кола и, по-моему, шейк еще заказывала. Да, и милкшейк, и печенька. Печенька овсяная. Угу. Печенье овсяное. Если бы я его готовила, то было бы очень-очень долго. Пахнет вкусно. О, все, больше до неба. Класс. Влажные салфетки и сухие салфетки. Ну что, уже полный поднос. И весь заказ. И все, можно уже отдавать наконец-то. Держите, ваш заказ. Наконец-то дождался свой заказ. Я уже устал ждать. Смотрите, сколько тут всего много. Начнем, пожалуй, с картошки фри, потому что она ближе всего лежит. А кетчуп? Я не люблю с кетчупом. Я буду говорить, это для буду ста оценивать. 100 это как в Макдональдсе, а картошка фри. Сейчас попробуем. А 0 это сколько? Это 0 это обычная картошка жареная. Или вообще сырая картошка. Так, ну я думаю 71. Потому что... Оливия, что скажешь? Картошка 71, а не 100. Нормально тут. Я пересела, потому что там все засвечивало и не было меня видно. И смотрите, какой огромный бургер. Он даже не закрывается нормально. Это, по-моему, с беконом. Надо как на чемодане попрыгать. Так. Давайте вы первый посмотрите. Круто? От меня котлета убежала. Почти идеально. Ну, сколько? 93. Вау, класс. Не, реально вкусный. А ты с беконом попробуешь потом? Да. Раз, два, три. Все голодные. О, протекли. Оливия, будешь нас тоже кормить? Кока-кола, кока-кола, поэтому 100. Это с беконом. Я же заказывала еще с беконом. Смотрите, вот такой. Давайте опять вы первый посмотрите. Ну, ой. Мы знаем с мамой. Ну, зрители не знают. Выглядит. Не так хорошо, как профи. Двадцать один. Невкусно вообще. Сыр невкусный. Папе отдадим. Угу. Это... Откуси. Это... Сверху, сверху. С вашими чикен-наггетсами стало. Они чуть пригорели. Можно попробовать? Ну, я поставил бы... 85. Перейдем к печеньку. Ну, и последний шейк.
Вкусный шейк. Но я поставил бы 85. Вкусно. Мар, получилось сделать Макдональдс дома? Да, получилось. Не, вкусно, прикольно. Да. В целом поставь оценку от 1 до 100. А что ты так долго думаешь? Если все вместе соединить, я думаю, 70 где-то, я думаю. Это больше 50, поэтому я думаю, что это успех, Оливия. Это успех. Я тебя поздравляю. Круто. Молодец. Марк, ты мне еще деньги должен. Как это? Я тебе ничего не должен. Марк, ты меню видел? Там же с ценами. И дал где-то $15. Надеюсь, вы подписались в начале видео, а кто нет, подписывайтесь сейчас. Короче, подпишитесь, поставьте лайк. И всем пока. Пока.